Точим. А что точим? Точим поворотную голову для нашего крана. Вот, хотим, чтобы он выглядел красиво, фирменно, ну и в первую очередь, естественно, функционально был надежен. До этого у нас с Лешей Старостиным были свои краны, сделанные, ну, по тем временам на самой высокой технологической ноте. Вот, на самом деле, вот у меня старенький кран, он там стоит в уголочке. Вот, с него, откровенно говоря, все и началось. Вот с этого самого пресловутого крана. Лет так, не знаю, 12-15 назад, примерно одновременно, что я, что Алексей Старостин, сделали краны себе. Вот. Сделали, пользовались, пока они потихонечку в некую непригодность. Ну просто отслужили они свое. И решили мы с Лешей сделать большой кран. У меня 9 метров кран. У Лёши 9 метров кран. И мы решили сделать 18-метровый кран. Вот. Собственно говоря, вот это и будет у нас поворотная голова на двух радиально упорных подшипниках. Подшипники мощные, хорошие, надежные. Вот. Вот это у нас, так сказать, так называемые уши будут на поворотную голову. Вот. Лёша их фрезеровал, молодец. Это у нас тестовая поворотная голова. Вот, ну как тестовая, маленькая, поменьше. Вот так вот будут у нас ушки. И здесь будут у нас трубы. Это у нас мы натащили, я вот натащил переходников между трубами. Вот, хороший, надежный алюминиевый сплав. Сплав D16T. Этот сплав, если кто знает, применяется в авиационке. Так называемый авиационный сплав. Ну, кто-то его так называет. А вот такие у нас мощные, хорошие, радиально упорные подшипники будут в наших кранах. Один будет, на него вся нагрузка будет. Вот. Они фирменные, японские. Вот. Ну и радиально упорный, еще будет один снизу. В общем, мощная такая, достаточно хорошая головка будет. Вот. Жалко, что вот это у нас... Ну, как сказать, запороли мы ее немножко, чуть-чуть. А сами трубы, вот они у нас. Вот они стоят, наши трубы уже покрашены, уже ждут своего часа. Мы с Алексеем хотели 9 мая выставить этот кран на парад Победы, чтобы снять все красиво. Вот, и не получилось, не успели мы. Ну, потом мы решили не торопиться. И потихонечку, маленечку делаем наши краны. Хотя когда-то эти краны были всего лишь вот такими заготовочками. Вот. Так что, господа, совсем скоро. Вот пьедестал. Почти да, готовый. Кстати, вот у нас Алексей собрал пьедестал. Почти готовый. Вот, вот на него. Ну, по большому счету, для красоты. Для красоты вот это вот. Это из алюминия же у нас, да, Алексей? Угу. Алюминиевая такая рифленочка. Вот. Она встанет у нас вот сюда встанет. Он будет кататься. Здесь будут выезжать трубы для того, чтобы можно было бы пошире встать и в упор ставить и горизонт регулировать. Вот мы на поворотном столе на фрезере приготовили. Это как раз таки основание. Вот основание. Вот этим основанием она у нас сядет вот сюда вот, снизу прикрутится, и все будет шоколадно. Вот. Здесь у нас труба титановая. Вот, Алексей в свое время ее набрал несколько метров. Вот. Титановый, легкий, очень прочный сплав. Ну, мы и с титаном работаем. Вот. Это сюда встанет, растяжечки. И 18 метров в длину операторского счастья. Так что ждите, господа, скоро будет полный обзор. Ура, ура!